Приветствую всех на канале. Сегодня у нас очередная распаковка. Пришел радиоприемник. Вот. Слегка коробочка помялась. Для коллекционера этого важно. Вот. А так, в принципе, неплохо. Написано инструкция на каком-то языке латинском. То ли итальянский, то ли испанский, то ли французский. Для меня в равной степени они непонятны. Как бы, и поэтому читать не будем, что тут написано, а сразу перейдем к распаковке. Внутри у нас сверху шнур лежит сетевой. Так, в пупырышках радиоприемник. Вот он. Так, ну красавец, красавец. Я его из-за внешнего вида купил, собственно говоря. Вот, тут у нас инструкция опять на том же языке, который для меня непонятен. Хорошо. Этот 9-диапазонный радиоприемник имеет FM, AM и 7 растянутых коротковолновых поддиапазона. Да? Итого 9 получается. Так? Здесь у нас динамик басовый, так, как, по крайней мере, надпись гласит об этом. Ну, дизайн очень красивый, удобный. Ручка имеется. Так, здесь у нас фонарик включается вот таким образом. Рабочий, как видите, да? Все нормально. И встроенный внутри аккумулятор на 1200 мАч, как заявлено здесь. Вот, мощность выходная у нас 3 Вт. Так, питание 6 Вольт батареек. Давайте глянем на батарейки. Отлично, батарейки у нас обычные, пальчиковые, 4 штуки, 6 вольт получается. Тут надо выставить 220 вольт, изначально 220 стоит для зарядки. Заряжается с помощью вот такого шнура. Так, здесь переключение батареек аккумулятора стоит на аккумулятор. Батарейку пока использовать нет смысла тратить ее, поэтому закрываем это дело. Так, телескопическая антенна. Давайте длину сразу промерим, чтобы понятно было. Очень, ну, вам не видно, но вообще очень длинная телескопическая антенна, многосегментная. Ну, в общем, все как надо, все как должно быть. Так, все вставляется нормально. Здесь у нас на верхней панели что есть? Карта, карта CD. Карта microSD и USB флешка подключается. Здесь переключатель диапазонов. Вот надписи соответствующие. Так, у нас есть вход AUX. Вот он. Так, настройка здесь диапазонов. Вот отлично тут. Здесь переключение между радио и Bluetooth USB, то есть MP3. И Bluetooth здесь, и AUX, то есть линейный вход здесь. Ну вот, в принципе, внешне все. Значит, поворачиваем так, поэтому давайте сначала установим на радио, так стоит на радио, и включается вот здесь. Включился, светодиод зажегся, очень хорошо. Так, будем последовательно ставиться. Сначала давайте, на чем стоит? На FM попробуем поймать. Как раз латинская музыка ловится. Диапазоны переключим. Так, попробуем на коротких волнах поискать. Но это внутренно будет, поэтому я как бы найду станцию, вам покажу.
Последний диапазон АМ у нас. Давайте пытаться поймать что-нибудь тут. Хотя вряд ли что-то поймаем. Так оно и есть. Так, подключим флешку, посмотрим. Так, где у нас включается? Здесь включается сверху флешка. Так, посмотрим. Переключится, не переключится. А, он не переключается автоматически. Вот здесь. Надо переключать вручную. USB driver mode. Здесь, значит, записи переключаем. Это бесконечные, видать, воспроизведение, если нажать. Save me from drowning in the sea. Бас. Басы есть, но не очень. Ну, не следует ожидать от такого небольшого радиоприемника. Для походных условий пойдет, конечно. Так, теперь давайте карточку подключим. Так, подключим. Определил карточку. Ну, то же самое, только останавливаем, дальше идем. Hey boy. Make him whistle like a missile. Bomb, bomb. Ну все, нормально. Так, и у нас остался Bluetooth. Нашел он радиоприемник вот в конце списка. Давайте его подключать. Вот мы его подключили. Ну все, играет отлично. Если мы продолжим, нас забанят в обязательном порядке. Разбирается данный девайс непросто, надо вот 4 ручки разных снять, потом отвинтить 4 самореза, вот, и аккуратно снять. Иначе что-нибудь можно сломать, тем более, что по-китайски все сделано, никаких разъемов нету. То есть я не могу отсоединить, вот так придется и смотреть. Что у нас здесь есть на печатной плате? Так. Динамик у нас 4 Ома 3 Вт, литиевая батарейка заявлена 1200 мАч, 18650 тип. Вот поставлен он там просто как бы на весу, тоже ужас. То есть отвалиться может запросто, то есть на честном слове стоит. Теперь все спаяно, мы говорили, без разъемов. Тут у нас диоды стоят, мост диодный из 401 диодов. Так, что у нас еще есть? Диод шотки вот здесь, там с краю. Так, я так понимаю, тут какая-то схема собрана по питанию. Это у нас усилитель 8002, по-моему, все китайские радиоприемники им комплектуются. Это у нас ресивер, приемник БК1198. Это многодиапазонный такой радиоприемник. Тут у нас переключатель, он как раз с ним связан. Обвязка тут SMD, все сделано на SMD. Этот чип у нас за декодер, за Bluetooth и MP3 отвечает. Ну, это кристалл у нас. И, в принципе, все. То есть, тут уже разъемы для USB и карты. Так, а с этой стороны, как бы, тут у нас фонарик светодиодный. Довольно-таки большой светодиод тут. Это у нас переключатель напряжения 220-110 вольт. Так, это у нас переключатель аккумулятор батарейка. И в глубине у нас полноценный трансформатор располагается, то есть который как раз переключает входное напряжение, и от него можно питать полноценно радиоприемник. Не как только для зарядки, а именно как сетевой радиоприемник. Это значит большой плюс. И здесь выключатель для фонарика, собственно говоря. Но и антенна там в глубине лежит, вот провод вот оторвется. Вот телескопическая антенна.
тоже такое напряг, все сделано. Но это, конечно, сборка ужасная. Ну что ж, очень доволен радиоприемником. Это многодиапазонный, то, что надо. Для дачи отлично. Звучание, в принципе, нормальное, достаточно громкое. В саду, в огороде. А также можно в походах брать. Тоже пойдет. Немножко тяжеловат, конечно, для походов. Но наличие фонарика, вот, и несколько видов питание, это очень хорошо. Ну, конечно, нет питания внешнего источника, так я понял, только батарейка аккумуляторов. Вот. Но это как бы соответствующий недостаток. А так все отлично, нормально. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на канал. Будет много чего интересного. Пока.